Идите. Да, Джек, есть какие-нибудь новости? Да, сэр. Мы только что получили зашифрованное сообщение от Кеслера, нашего человека из Крайзера. И? Оба агента были схвачены и удерживаются в замке Вольфенштейна. Черт, созывай совещание, Джек. Да, сэр. Что ж, джентльмен, теперь разберемся совсем поподробнее. Что мы упустили? Вот то, что мы знаем. Это замок Вольфенштейн, находящийся в горах на севере Германии. Собственность Гиммлера. Мы давно знали о существовании замка Вольфенштейн. Мы только недавно получили сведения от наших агентов из немецкого сопротивления о том, что там проводятся странные оккультные ритуалы. Эти лица входят в недавно созданную Гиммлером паранормальную дивизию СС, небольшую, но элитную группу, состоящую из людей с IQ уже среднего и занимавшимися ранее оккультизмом и паранормальными явлениями. Во главе стоит вот эта женщина. Кельга фон Булоу. Наш человек в Крайзере из одной деревни ниже замка информировал нас, что она и другие члены дивизии были недавно доставлены туда. Человек с моноклем — это Вильгельм Страссе, также известный как Голова Смерти, яркий, но жестокий ученый, возглавляющий отдел особых проектов Гиммлера. Особых проектов? Это так неопределенно. Мы знаем, что он занимается разработками различного нового оружия, включая исследования ракет. Ходят слухи, что там ведутся сверхсекретные разработки химического и биологического оружия. Прелестно. Но на сей момент мы не знаем, как это связано с масштабными археологическими раскопками около замка Вольфенштейн. Итак, новое вооружение, ракеты, химические и биологические исследования, а теперь и оккультизм. Все это ни о чем не говорит. Поэтому мы послали туда наших парней. Джек, что мы можем сделать? Мы можем послать спасательную группу. Или? Или ждать и надеяться, что они выберутся сами. Как скажете, сэр. Что ж, я думаю, нам лучше подождать. Прикажете, гердоктор. Приведите другого. С этим почти закончено. Яволь. Ну что ж, попробуем еще раз. На кого вы работаете? Thank you.
и возьми этого со стола. Сержант, если я отдаю вам приказ, вы должны...
охраны замка. Потому что майор удвоил охрану у раскопа. Опять. О, что это не нравится. Вы видели майора? Скажите. Он выглядит нездоровым. Я знаю, согласно Отто, он и прав. Я думаю, это хорошо встряхнуло. Это можно понять. Она никогда ни с чем не соглашается. Увидимся позже. Мне нужно почистить мой. Thank you.
Что? Может мне кто-нибудь объяснить, зачем двое должны сторожить эти пыльные бутылки вина? Вы не знаете? Это собственность Третьего рейха. Со всеми этими... Что здесь происходит?
Станция, ответьте! Станция, что происходит? Да, говорит лейтенант Ругер. Ситуация под контролем. А американец? Мертв. Отлично, станция в деревне, связь закончила. Следуй за мной. Мы должны войти в деревню.